полиция с заявлением о краже кошелька обратилась 50-летняя жительница областного центра. Сотрудниками полиции установлено, что неизвестно, в одном из торговых комплексов города Оренбурга похитила из продуктовой тележки кошелек, в котором находились денежные средства в размере 8 000 рублей, золотые цепочки, золотые крестики, а также банковские карты, прижащие потерпевшие. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержана 28-летняя ранее судимая жительница города Оренбурга. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание – лишение свободы сроком до 5 лет.